В минувшую субботу прозвенел последний звонок для выпускников университетской школы Елабужского института Казанского университета. Смотрим. Торжественное мероприятие состоялось в актовом зале института. В нем приняли участие учителя, родители школьников, а также представители администрации города. 9 учеников 11 класса и 19 девятиклассников вошли в историю как первые выпускники университетской школы, с чем их и поздравил ректор Казанского университета Ильшат Гафуров. Дорогие наши выпускники и родители, уважаемые Елена Ефимовна и дорогие наши педагоги, искренне поздравляю вас с окончанием учебного года, с праздником последнего звонка. Слова поздравления выпускники услышали от своих первых учителей, встретивших их 11 лет назад, и от классных руководителей, провожающих их сегодня. Но особенно трепетным и волнительным стал этот день для родителей. Желаю нашим выпускникам с легкостью и достоинством идти вперед, удачно сдать предстоящие экзамены, поступить в намеченное учебное заведение, сделать серьезный шаг во взрослую сознательную жизнь. Напомним, что университетская школа вошла в состав Елабужского института Казанского университета и летом прошлого года и стала площадкой для внедрения новых педагогических технологий, основанных на взаимодействии средней школы и высшего образования. Благодаря этому студенты педагогического направления Елабужского института могут реализовать себя в профессии еще во время обучения. Елизавета Никитина, Айдар Нурмиев, Универньюз.